Спорт и теория – казалось бы, совсем несовместимые вещи, но студентам и преподавателям Саровского физико-технического института всегда интересно пробовать себя в новых и экспериментальных направлениях. Подтверждение тому – успешное выступление первокурсника Виталия Ангелова на всероссийском туре Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, Олимпийское движение, Олимпийские игры». Ну, так как я уже к тому времени выбрал эту конференцию, тема обязательно должна была связана быть спортом. Историю спорта я не выбрал, потому что, с одной стороны, на эту тему уже есть много докладов. Разбор статистики был мне более привычен, и в итоге я сошелся на этой теме. Сначала Виталий победил в региональном этапе Олимпийской научной сессии в прошлом году. На всероссийский тур студент представил доклад на тему «Интерес к олимпийскому движению в статистике интернет-запросов». Виталий достойно представил результаты исследования перед строгим жюри, в состав которого вошли представители Олимпийского комитета России и ведущие ученые, доктора и кандидаты наук спортивных вузов. Он днем и ночью искал, можно сказать, копал материалы, очень большую работу проделал, потому что это все надо было в интернете, все это надо было найти, все надо было проанализировать, записать, все это надо было оформить. Большую работу проделал, конечно, молодец. В этом смысле он большой трудяга. География Олимпийской научной сессии была обширная. Волгоградская, Воронежская, Московская, Псковская, Свердловская и другие области. Республики Башкортостан, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ. А сам Виталий Ангелов приехал учиться в СРФТИ из Москвы. Первые 9 классов он учился в Нижнем Новгороде. Затем 10-11 класс он поступил в физико-математическую школу при МГУ. Уже там он получил аттестат зрелости и... В 2021 году уже из Москвы приехал к нам на первый курс Саровский физико-технический институт. За успешное выступление на всероссийском туре Олимпийской научной сессии Виталий Ангелов получил диплом и грамоту Олимпийского комитета России, а его научный руководитель Марина Мачкаева – благодарность Олимпийского совета Нижегородской области. Сейчас доклад Виталия опубликовали на сайте научной электронной библиотеки и лайбрери. В дальнейшем доклад планируют представить на конференции СРФТИ «Математика и математическое моделирование». Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.